Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Напишите имена в комментариях, чтобы мы помолились за вас и ваших близких. Поделитесь этим видео с человеком, который нуждается в этой молитве. Господь, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа я молю Тебя о моем семейном счастье. Даруй нам в нашей семье любовь друг к другу. Даруй нам, чтобы наша любовь укреплялась и умножалась. Научи меня любить моего супруга, супругу. Имена от всего сердца. Научи меня любить его, ее. Имена так, как возлюбил меня Ты и Сын Твой Иисус Христос. Даруй мне понять, что мне нужно удалить из моей жизни и чему мне нужно научиться, чтобы у нас была счастливая семья. Даруй мне мудрости в моем поведении и в моих словах, чтобы никогда не раздражать и огорчать моего супруга, супругу. Аминь. Господь, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа я молю Тебя о моем семейном счастье. Даруй нам в нашей семье любовь друг к другу. Даруй нам, чтобы наша любовь укреплялась и умножалась. Научи меня любить моего супруга, супругу. Имена от всего сердца. Научи меня любить его, ее. Имена так, как возлюбил меня Ты и Сын Твой Иисус Христос. Даруй мне понять, что мне нужно удалить из моей жизни и чему мне нужно научиться, чтобы у нас была счастливая семья. Даруй мне мудрости в моем поведении и в моих словах, чтобы никогда не раздражать и огорчать моего супруга, супругу. Аминь. Господь, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа я молю Тебя о моем семейном счастье. Даруй нам в нашей семье любовь друг к другу. Даруй нам, чтобы наша любовь укреплялась и умножалась. Научи меня любить моего супруга, супругу. Имена от всего сердца. Научи меня любить его, ее. Имена так, как возлюбил меня Ты и Сын Твой Иисус Христос. Даруй мне понять, что мне нужно удалить из моей жизни и чему мне нужно научиться, чтобы у нас была счастливая семья. Даруй мне мудрости в моем поведении и в моих словах, чтобы никогда не раздражать и огорчать моего супруга, супругу. Аминь.